Вы напомните на дне космонавтики? Да. Мы сэмплируем тысячу раз. То есть какая, вы не помните, да? Ну вот уже Рубин. Alexey, maybe I could, it's okay if I put this on the ground? Yes. Мне очень понравилось. Ты, блядь, такой ест, ты просто пиздец. Мальчики, блядь. Как два урода. Кстати, стал первый сын королевский. Пошли вы все в жопу. Да. Дружные, блядь, недосягаемо. Ужас какой. Ужас какой. Maybe I can move this. So Yeah, sure. Yeah, great. So far it has some space. Great. Кто обидит его, придет ко мне. Нет, 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 нет. Я так пробегаю мимо, но убью. Знаю, что я даже вырву с корнем. Ой. Вырву с корнем. Пойдем курнем. Пойдем. Ну да. Посуду с электроприводом. Нет, ну вот два человека, девушка и парень. Нет, ну как, они играют по отдельности, потом мы с Антоном. Мы потом выходим вместе. Вообще девушка верит, знаю, кто по национальности. Но она тоже в коридоре. Вот еще вот они, да, которые в коридоре. Этих ребят я не знаю. Они не будут раз. Вряд ли. Ну, Красич с Втулом хотели выступить. Я им сказал, что вы приезжаете, там просто я не знаю, какой там расклад. Не делись. Не делись, бля. Что там прячешь? Руку прячешь, ужас какой. Ужас. Сидит голодно. Есть такой момент. Вова. Алексей, пожалуйста, только в Ютубе не выкладывай. Пошел, я не разберусь, что сделать с вами, со всеми. Уродливые панки, блин. Что ты ждешь моментально? Самый главный панок это я. Ну, ужас какой. Не успел домой доехать, а уже в Ютубе. Ты же получил, да уж. Да уж, не, просто я, знаешь что, я тебя полюбил, Леш. Это без дураков. У меня были причины. Были причины. Я, по большому счету, я сейчас не занимаюсь журналистикой по одной простой причине, что...